Всем привет! Меня зовут Ульяна, и это моя рубрика «Живая лексика». Сегодня я дам несколько важных фраз, которые вы сможете использовать в транспорте. Итак, начнем. Напоминаю, что все фразы, которые я говорю, будут написаны в конце видео. Это хорошая возможность, чтобы вы их повторили самостоятельно. Для того, чтобы сказать «заходить в транспорт» и «выходить из транспорта», французы используют два глагола «подниматься в транспорт» и «спускаться из транспорта». «Заходить в транспорт» – «monter dans le transport». «Monter dans le transport». «Выходить из транспорта» – «descendre du transport». «Descendre du transport». «Я захожу в автобус». «Je monte dans le bus». «Je monte dans le bus». «Надо зайти в поезд». Il faut monter dans le train. Il faut monter dans le train. Он заходит в самолет. Il monte dans l'avion. Il monte dans l'avion. Выходить из транспорта. Descendre du transport. Descendre du transport. Я выхожу из автобуса. Je descends du bus. Je descends du bus. Надо выйти из поезда. Il faut descendre du train. Il faut descendre du train. Он выходит из самолета. Il descend de l'avion. Il descend de l'avion. В транспорте вы можете часто слышать вопрос: вы выходите на следующей остановке? Vous descendez au prochain arrêt? Vous descendez au prochain arrêt? И чтобы сказать «я выхожу на следующий», мы говорим «je descends au prochain». «Je descends au prochain». Обратите внимание, что в предыдущих фразах мы использовали слово «остановка», а «arrêt» — это слово в мужском роде. Поэтому мы говорили «prochain arrêt». Если мы будем говорить о станции метро, мы скажем «la station». La station в женском роде, поэтому мы говорим la prochaine station. La prochaine station. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать ваши комментарии. Всем пока-пока, до новых встреч!